I'm sorry.
Чиполлино, ты должен сейчас все оставить и подумать о себе. И тебе
Мне нужно идти по белу света и получить уму разуму. А что ты не стала? А о маме и братишках позаботится дядя Чипола. Ты не переживай. А как же мне учиться? Книжек-то у меня нет. Хочешь, Полина, жизнь тебя научит. Вот я тебе сейчас дам посох. Ты совершенно смело отправляйся в путешествие. Я уверена, что такой, как ты, научится уму-разуму. А потом? А потом жизнь тебя научит. Thank you.
Марина увидел, как из пыльного облака показалась карета, из которой вышел сам сеньор Полидор. Я сижу в завес, спокон, и...
Чиполлино работает у него в Адмастене. И мальчик Лугаказ согласился. И всего очень быстро научился. Вся округа заходила в мастерскую посмотреть, как работает смело или нет. Так, за короткое время Чиполлино приобрел много новых знакомых, среди которых был и профессор Круша. Профессор Круша, у вас на смычке пуха. Сладкая груша всегда привлекает много насекомых. И здесь тоже завелось. Вот, я же говорю, стоило груши начать петь, тут же полетели мухи. Вы знаете, бывало вслед за пробегом груши полетала целая толпа мух. Так они были такие охотники за сладким. Ну, наверное, впрочем, как и вы. Ну ладно, хорошо, вас уже научили кушать сладкое в меру. Спасибо, дорогие друзья, а наша история продолжается. Вы спросите, что же стало с кумом тыквой? А вы знаете, семён Помидор вновь наведался в деревню. И на этот раз с дюжиной солдатов-лимончиков и сторожевых псов Мастина они силой выволкнули бедного старичка тыквы из домика. И вместо него семён Помидор поселил, как вы думаете, кого? Пока друзья освобождали домик тыквы, в замке графинь
барон апельсин и герцог мандарин. Барон апельсин был страшным обжорой. Он съел все свои запасы, потом запасы всех своих крестьян, потом съел все деревья всех своих крестьян, потом попросту стал продавать свои земли и покупать на полученные деньги еду. А когда у него совсем ничего не осталось, он напросился в гости к графиням. А тем временем другая сестра графиня Нижняя пригласила в гости герцога Мандарина, который был очень жаден. В итоге в доме было ужасное оживление. От такой суеты у графинь было отвратительное настроение. Thank you.
и куча инструментов. Берем микроскопом, компасами, подзорными трубами. И со всем снаряжением мистер Морков отправился в чащу леса, где попал в ловушку за индичной и повис на дереве. Вечером он освободился из заточения и вернулся в замок. На следующее утро он продолжил поиски и нашел Чиполлино и его друзья у ограды замка. Подоспевшие на помощь солдаты и мальчики арестовали Чиполлино. Награду мистер Маркоу был назначен иностранным военным советником как лучшая ищейка королевства. Поведение.
Он ждал, что его удар идет порядку спешно, справившись с дьяволами крестьями. Добрит даже и не догадывался, что солдаты перешли на сторону народа, и его государство давно устроился в новый порядок. Председателем деревни крестьяне избрали мастера
Северный город. Оркестр Северный город. И дирижер. Родион Перова. Спасибо вам большое, дорогие друзья. До новых встреч. И для просьбы не торопиться. Хорошего вам настроения, дорогие друзья! До новых встреч!